Чтобы приготовить вкусную форель, нужно поймать ее самому. Мы пришли сюда, чтобы нарвать горные кислицы. Будем готовить ее вместе с нашей форелью на углях. А изюминкой нашего блюда будет местный зеленый инжир в соусе белое вино. Очень ароматно, очень вкусно. Абсолютно такое же блюдо вы можете пробовать в ресторане Red Fox. Поспела тыква. И сегодня я приехал в это замечательное место, чтобы лично выбрать самый спелый и красивый плод для своего теплого тарта. Шишин двор на Роза Хутор. Настоящая пастораль на фоне гор. Именно с этого момента и начинается история вкуснейшего козьего сыра. Я сделал песочное тесто, и сейчас мы будем делать теплый тарт. Отличное сочетание козьего сыра и инжира, и все это с ароматом спелой тыквы. Друзья, осень – это очень вкусно.